Это Green Jack News, и с вами Ольга Громова. Сегодня мы на море, дельфинарий Немо. К нам поступило экстренное сообщение о том, что сегодня родился 22-й детеныш, дельфиненок. Мама дельфиненка Джулия произвела на свет детеныша довольно быстро и справилась с родами на отлично. Вся стая заметно переживала за роженицу и была готова прийти в любой момент на помощь в родовом процессе. Как только малыш родился, он самостоятельно всплыл на поверхность, чтобы сделать свой первый вдох. А в это время счастливая мамочка поддерживала его и помогала держаться на воде. Имя малышу еще не придумали, так как пол можно определить только спустя месяц. За моей спиной находится бассейн, в котором живет мама и счастливый малыш. У вас есть уникальная возможность увидеть процесс рождения дельфиненка своими глазами. Хотите посмотреть? Жмите сюда.